Здравствуйте. 16 января, 5 лунный день. День благоприятен для забоя скота, неблагоприятен для жизненных начал, торговли лошадьми, движения важных требований, женитьбы, скачек, чаш и ссор. День благоприятен для людей, родившихся в год мыши, свиньи, коровы и собаки. Неблагоприятен годам змеи и лошади. Стрижка волос к умножению собственности. В этот день в Волгинском Дацане состоится хурал Беринзахал для молодоженов. Начало в 9:00. Будьте внимательны.